Получил посылочку из Беларуси от Вячеслава. В коробке находятся шины для моего 800, долгожданные шины. Сейчас я вам покажу, что там в коробке. Все запаковано, как всегда, хорошо. И посмотрим, что у нас здесь. О-хо-хо-хо, какие шины, посмотрите, какие шины. Вот это колесико. Ё-моё. Посмотрите, какая красота. Вот это размерчик. У меня она в руке не помещается. Какие шикарные шины на К700. Посмотрим, что здесь у нас написано на них. Так. Видим, сделан в Белоруссии. Белшина. Это стрелка, в каком направлении устанавливать на диск, куда он должен крутиться. Здесь размеры, диск, дюймов, сколько дюймов. И FD12, я не знаю, что это означает. Да, шины, конечно, шикарные. Они очень тяжелые, очень толстые. Но все-таки они еще, да, остались мягенькие. Они не жесткие, не такие сильно жесткие. Я думаю, под весом модели они все-таки будут прогинаться. Давайте достанем остальные. Да, вес одной шины 600 грамм. Я посмотрел у него на сайте, что одна шина весит 600 грамм. Нужно потом мне будет их взвесить, так ли это или нет. Вот она еще одна такая красавица. Да, шикарно, конечно. Зацеп должен быть хороший. Такие вот колесики. Я, наверное, если его поставить рядом с какой-нибудь моделью с Уралом или с КамАЗом, это будет просто огромное колесо. Ну, в общем, 4 диска. Что еще у нас имеется? Давайте посмотрим. Да, Вячеслав всегда ложит какие-то подарки. Он положил вот такие вот брызговички КамАЗ. Да, мне кажется, он их переделал. Они стали немножечко толще. Изначально они были тоненькие. Они рвались. А эти уже более толстые. И оптика. Оптика на К700. Передние фары. Поворотники. Габариты и задние. Нужно будет, и да, вижу, катафотики даже там есть. Нужно все это будет еще покрасить и установить на К700. А теперь посмотрим, как это выглядит на самой модели. Убрали коробку. Сразу смотрим в правильном направлении, чтобы поставить шину. Так, что-то я здесь уже испачкал чем-то. Нет, не страшно, пыль. Вот это колесико. Так, стоять. Посмотрите, какой шик. Тоже не хочет стоять. Нужно что-то подложить будет, наверное, сейчас. Подложим карданчик. Кардан подшип. Ну вот. Вот это уже совсем другой вид. Посмотрите, какая красота. Шины шикарные. Ссылочку на производителя шин оставлю в описании. Кому интересно, можете заказывать. Да, к шинам я печатал также диски. Сейчас я попробую пойти покрасить один диск и показать, как это смотрится с диском вместе. Печатал я сам, а крышечки присылал мне Вячеслав, так как они печатаны на полимернике. И как вы могли заметить, здесь резьба внутри диска. И здесь тоже. Получается, это ставится туда. Заворачивается, и все, не видно ни болтов, ничего не видно. Также при демонтаже можно все это раскрутить и снять. Очень продуманно сделано, молодец. Так, попробуем установить один диск на шину и показать, как это выглядит. Смотрите, какая красота. Вот он, диск установлен на шину, все подходит идеально. Все классно. Да, модель стоит сейчас в том направлении, а шина на другую сторону получается. Так что не ругайтесь, я пока просто покажу, как это выглядит. Потом поставим на другую сторону. А пока покажу, как это будет смотреться на самой модели. Где там отверстие? Вот оно вроде бы попало, а вроде нет.
Ну, примерно вот так это будет выглядеть. Так, прервемся. Смотрите на эту красоту. Вот они, шикарные шины с шикарными дисками. Выглядит, конечно, очень красиво. Он огромный, ребята, очень большой. Посмотрите, какая здесь высота. Сейчас я возьму метр или линейку и попробую вам замерить эту красоту. Вот он, такие вот колесики. Нашел такой вот метр. Сейчас попробуем. Примерно, скажу вам, диаметр шин. Диаметр получается у нас приблизительно 173, наверное, миллиметра. Наружный диаметр. А ширина... Ширина тоже тут немало. В принципе, размеры можно посмотреть на сайте у Вячеслава. Ширина где-то 70 миллиметров, либо 7 сантиметров. Они очень большие, да. Если сравнивать, как я уже говорил, с какой-нибудь моделью, то они огромные. Они просто огромные. И сделаны очень красиво. Сейчас я представлю какой-нибудь модели, скажем, своему, наверное, КамАЗу, и вы увидите какой-то размер. КамАЗ. В масштабе 1:10, вот эта шина 128, кажется, не соврать бы. Скажем, 130, да, 10 масштаб, ширина 4, и вот это вот на 800. Посмотрите, какая разница. Оно просто огромное. У кого есть 10 масштаб, тот, наверное, поймет. Вот оно, размер с кабины, это колесо. Ну и ширина, соответственно, тоже, как, наверное, 2. Два вот этих колеса, даже больше, для сравнения. Обалдеть. Обалдеть. Вот такие вот шины. Да, вспомнилась одна история. Помню, в детстве из этих шин, как-то, по-моему, что-то здесь вырезалось сверху, и делали из них такой бассейн. Мини-бассейн, вот эта вот часть вырезалась, то наливалась вода, и в них купались. Ну, это было очень давно, это было в далеких 90-х годах. Вот. Такие у многих были в огороде такие шины, они огроменные, и на дачах у кого-то такие тоже были. В них просто наливалась вода и купались в таких шинах. Такая вот ностальгия. Вот, показал вам шины. Ссылочку в описании на эти шины. Также можно заказать у него эти же диски. Кому интересно, заказывайте. Очень красивые, качественные колесики. А пока все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.